Добрый день, сегодня наконец-то пришел штатив. Заказывал я его 26 ноября, сегодня 30 ноября. Прислали с помощью СДЭКа. Но я указал, что буду получать в офисе, так мне все равно по пути и быстрее получу, пока они там где. Звонят. Так стоил он, пошелся мне, $28 минус сервисы кэшбэк ЕПНовский, снял у меня $1.5. Так что $1.5 сэкономил. Еще рекомендую, ссылка на все будет в описании. Вот здесь вот даже этот есть. Штрих-код. Запакован, но... Ну, в принципе, он не почта шел, поэтому... Такой вот фирменной упаковки. Со всеми надписями. Я пересмотрел очень много видео, обзоров. Про более дешевые штативы. Но решил выбрать все-таки самый бюджетный, самый такой распространенный, самый надежный. Весит он где-то килограмм. Может. Такой вот. Тут ссылка на Facebook есть, и группа, видимо, какая-то. Потому что штатив запрод дергается. Вот у меня эти маленькие штативы. Вот такие вот. Но они, у них проволока, она гнется. Потом она просто уже не держится. Здесь все ломается. Я решил не мелочиться, заказать нормальный штатив. В рублях он за 1800 не обошелся. Тут такой чехол, кстати. Чтобы его носить? Да. И мешок, можно за плечо его. А что это за это? Открываем, смотрим, что там. Вот опять же, в фирменных знаках. Зоки. О, он не до конца открывается. Итак. Вот такой мощнейший. Будем утренник снимать теперь. Вот, 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 тут даже положили эту штучку. С шариками для влажности. Гню матери. Так, тут инструкция есть. Какой штатифик. Так. Инструкция у нас тут на разных языках. Ук. Я думал, это ук, это по-украински. Ну, тут, в принципе, все в картинках. Все понятно. Есть английский язык. А так ты знаешь его? Китайский. Ну, по-английски там можно понять. Так, сейчас я принесу рулетку. Так, вытащил из пакета. Давно я не заказывал такие относительно большие, дорогие и качественные вещи. Так, посмотрим по рулетке, сколько он в сложном виде. В сложном виде он 49 сантиметров. В сложном виде. Во-первых, здесь... Раскладывается очень удобно. Здесь вот у него такие, знаешь, материал мягкий такой, очень удобный. А да, ты очень большой, ты приятный. Человека можешь. И для намора здесь снимать, чтобы руки не мерзли. Так, здесь уровень есть, сколько я вижу. Вот. А вот он такое? Зелененький уровень. Так, дальше. Что у нас тут еще? Сейчас я хочу его в полный рост. А, вот здесь. Такие защелки, вот защелкиваем. Вау! Так. О! Вот это да. Ничего! Здесь вот. А, закрепляем. Хоп-пок. Сейчас я все это сделаю, покажу. Я его разложил, но еще не до конца. Тут вот удобные есть крепеж здесь. Можно, во-первых, когда снимаем на улице, да, когда ветер, сюда что-нибудь повесить, чтобы не дрожала тренога. В принципе, очень удобно для утяжеления. Сейчас измерим, сколько он в таком... Это еще не весь размер. Вот уровень здесь даже есть. А что уровень может? Так, сейчас его измерю. Так вот, в таком состоянии он занимает 120 сантиметров высоту. Так, вот тут еще есть одна фишка такая. Вот это вот крутим. А, так, в какую сторону? Так, вот в эту сторону. Поднимаем. Вот, на сколько он сантиметров тут еще выдвинется. Еще посмотрим, сколько он.
Так. Или больше и уже нет. Затягиваем. Здесь вот с этой стороны, насколько я понял, затяжка. Так, сама тренога из чего? Ну, она из пластика, но такого жесткого. Да. Мне кажется, сделано. Вот самый высокий у нас. Где у нас рулетка? Рулетка? Вон. Так, ну там 120 сантиметров. И тут еще 30 сантиметров. То есть сам штатив занимает высоту 150 сантиметров. Полтора метра, между прочим. 150. Здесь вот как у нас регулируется. Сейчас я его пущу. Это не очень удобно. Так, и закрепим. Здесь оно как у нас? Ага. То что у нас здесь крутится? Ладно, сейчас я освою и продолжу. Так, ну все, я с ним разобрался. Здесь вот этот рычажок снимает крепеж. Крепеж для фотокамеры. Тут с этой стороны можно его закручивать. Крутить. И вот этой пимпочкой и отверткой. Закручивается вполне хорошо, надежно. Я уже пробовал. Ставил его. Потом ставим сюда фотоаппарат, например. Так, ставлю я его сюда. Так, сейчас я лучше разберу ее. Сейчас вот смотрите. Все это. Захлопываем. Статив мне очень-очень понравился. Вот я его сложил. Сюда вставляем держатель для фотоаппарата. Так мы выяснили, что высоту 150 сантиметров. Здесь вот такие подставочки хорошие. Они под почву привлекать будут. И все время будет штатив на ровном стоять. Тут плюс уровень можно определять. Так, вот я вставил. Вытаскиваем, вставляем сюда фотоаппарат, потом обратно ее вставляем сюда, крышку эту, все. Дальше, какие тут еще есть параметры? Вот это самый рычажок, который можно и по горизонтали крутить, здесь так закреплять, чтобы с усилиями или без усилий крутить, и вверх-вниз, тоже здесь крепеж вот он. Так, закрепили, все, уже вверх-вниз особо-то не повернешь. Так, вот такой вот очень чудный штатив был. Такой я рекомендую тем, кто сомневается. Любому, кто снимает видео, нужен штатив. Я на себе убедился, уже сколько снимаю, без штатива, конечно, это не то. Экран дергается, мультик когда делаем, уже экран дергается. Когда кадры меняются, когда снимаешь, каждый раз он, аппарат перемещается. Вот с этим будем экспериментировать, посмотрим, что получится. Ну, мультик, конечно, это для детского канала. На своих не выкладываю, только в сообществе там ссылку кидаю. Такой фирме Zoomy я. Ну и тут все. Ссылка будет в описании на EPN сервис. Тоже вернете свою стоимость $1.5. Ну и сам штатив будет. Выложу его, посмотрите. На меня порадуйтесь. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Это из последних моих таких вот самых лучших покупок. Кстати, тут посмотрим, что здесь. Здесь же тоже что-то крутится. А, нет, это просто показано. Как мы а, точно, здесь можно закрепить ее. Во. Видите, вот здесь. Не просто так вот это крутить. Но у меня на любом. Все. Вот теперь.